профессиональных предметных аппаратов Казана. Кош Кедемитер. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгүн баспасөз маслихатыбыз Алинде Республикада өңүрде коронавирустук инфекция боюнча эпидемиологиялык акыбал тууралуу өтөт. Бул тууралуу толук акпаратты бүгүнкү спикерибиз айтып берет. Таныстырып өтөйүн, Акмола облусу санитариялык эпидемиологиялык департаменти башчысынын орунбасары Омарханов Серик Сексенбайлы. Серик Сексенбайлы, сөз сизге, өзүңүздө. Добрый день. На сегодня, как вы видите, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Акмолинской области ухудшается. У нас, если в начале июня было зарегистрировано по республике 5 случаев, это на 1 число июня, то за сутки у нас уже по республике зарегистрировано 189 случаев лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это наибольшее количество зарегистрировано у нас, 89 случаев, это в городе Алмата, и 45 случаев, это симптомных, это в городе Нур-Султан. По Акмолинской области у нас также ситуация относительно стабильная, но при этом у нас в июне месяце уже зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В апреле у нас было 2 случая, в мае 1 случай, вот 19 случаев в текущем месяце зарегистрировано. Из 19 зарегистрированных случаев, 5 случаев это приходится на территорию города Кукшетау, по 4 случая это в Акпольском, Бурабайском районе и по 3 случая это в Буландинском, Варшалынском районе. Из зарегистрированных 19 случаев, 3 случая это были выявлены среди беременных женщин. При этом двое из них были не привиты. 3 случая это среди детей до 14 лет, соответственно, они у нас вакцинации не подлежат данной категории. И 3 случая среди неработающего контингента, они все это, из которых из 3 один это не привитой человек был. И один случай у нас зарегистрирован среди работников КТЖ, это грузовые перевозки, тоже не вакцинированное лицо. Также у нас один случай зарегистрирован среди медицинского персонала, у которого также имелся незаконченный курс вакцинации. То есть он первый компонент получил, второй компонент ввиду разных причин не получил. Один случай у нас зарегистрирован среди иностранного жителя. Он у нас посещал курортную зону Боровое, отдыхал в Риксос-отеле. Из 19 случаев, 10 случаев, это привитые лица. Из 10 у семерых имеется полный курс, то есть трое. У троих лиц это был неполный курс вакцинации. Из 19 у нас 16 выявлены при самообращении, то есть они обращались в поликлинике с различными симптомами, то есть повышенная температура тела, общая слабость, недомогание и так далее. Один у нас был обследован по ПИТ-показаниям и двое с профцелью. Также у нас зарегистрировано 2 случая заболевания среди контактных лиц. На сегодня у нас вакцинация в области продолжается. На сегодня имеется необходимый полный достаточный запас вакцины. Первым компонентом у нас привито 75,3%. Это количество от подлежащего населения. Если взять от подлежащего контингента, если взять от числа общего населения, это у нас будет 49,1%. И вторым компонентом у нас охват составил 72,8%. На сегодня вакцины, первый компонент вакцины Pfizer получили 16 522. Как вы знаете, данная категория, вот изначально у нас с Pfizer прививались это беременные женщины, подростки, подростки и женщины в период лактации. У нас также продолжается ревакцинация. На сегодня по области у нас уже 167 608 лиц прошли ревакцинацию. Данный охват составил 65%
от чеснока лежащего, да? Ревакцинируются у нас медицинские работники, лица старше 50 лет. Что касается второго этапа ревакцинации, мы ее называем повторная ревакцинация. На сегодня у нас, если по области, у нас порядка 15 тысяч было подлежащего, то на сегодня мы данные показатели охватили. У нас 104,3% уже выполнения. Но на этом как бы останавливаться не надо, поскольку повторная ревакцинация у нас имеется контингент. Это медицинские работники, это силовые структуры, это педагоги, это лица старше 50 лет, а также работники и персонал медико-социальных учреждений. На сегодня, ну, охват я уже озвучил, да. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям, да, вот сейчас понятно, летний период, отпуска, все стараются выехать за границу отдохнуть. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в стран, где на сегодня отмечается резкий рост заболеваемости. Да? Вот сегодня прошло заседание межведомственной комиссии республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике Казахстан. Там также было рекомендовано воздержаться от поездок в стран, где на сегодня вот большой рост заболеваемости. Это Кыргызстан, Мальдивы, Армения, Чехия, Черногория, Германия, Сингапур, Венгрия, Италия, Мальта, Австрия, Великобритания, Арабские Эмираты, Таиланд, США и Великобритания. Также мы настоятельно рекомендуем продолжить вакцинацию, получать ревакцинацию, поскольку у нас основная доля вот среди заболевших, да, вот, бывает много вопросов, источник инфекции. Да. На сегодня, да, источник тяжело определить, поскольку при проведении расследования многие, ну, не говорят, где-то, может, посещали места массового скопления. Сейчас понятно, сейчас никаких ограничительных мер нет, но тем не менее сейчас мероприятия проводятся все, да, где-то в любом случае инфекция на вирус циркулирует, соответственно, и контакты, соответственно, у нас и вот миграция тоже, соответственно, курортная зона Боровой очень большая, пристоличная территория. Мы также вот настоятельно рекомендуем продолжить вакцинацию. Комментарий Артисер, сразу же вопросы кушаемс. Есть ли вопросы? На сегодня вот я хотел бы дополнить, да, вот заседание межведомственной комиссии прошло. Вот, у нас город Нур-Султан, столица нашей, и город Алматы, да, где наибольшее количество регистрации отмечается. COVID-19 по прогнозу, вот уже они на следующей неделе уже войдут в желтую зону. Соответственно, будет введен ряд ограничительных мероприятий, будет новое постановление. То есть это уже все совещания, такие семинары, совещания, где с участием более 10 человек будут переводиться на онлайн-формат работы. На сегодня это все мы в офлайне проводим, будет в онлайн переводиться. Также у нас близкоконтактные лица будут переходить на дистанционный формат работы. Это требование для желтой зоны. Теперь, что касается вот, независимости от зоны риска, то есть желтая, зеленая, красная, да, все грузовые, пассажирские, точнее пассажирские перевозки международные, да, пусть это будет автобус, пусть авиа, ЖД, вот там рекомендуется масочный режим. Позвольте вопрос в прямом эфире от Айгерим Бекеновой. Проводится ли контроль вакцинирования жителей региона и на каком уровне, если есть? Как таковой контроль, он не проводится, но если люди бывают, да, случаи, когда фиктивные паспорта, если они обращаются по каждому случаю, соответственно, проводят служебное расследование. Угу. Теперь у меня вопрос. Вы говорите, что сейчас растет уровень заражаемости. А грозит ли это, поскольку мы будем вынуждены снова переходить на масочный режим, на онлайн-режим, грозит ли это детскому отдыху сейчас, который проводится в основном в летних лагерях и в таком традиционном формате?
отзовут ли их домой, да, из-за угрозы заражения коронавирусом? Пока данный вопрос не ставится, но все равно мы надеемся, что на сознательность нашего населения, что вакцинация, в любом случае надо вакцинироваться. На сегодня он единственный действенный мера профилактики, вот, для допущения, да, заболевания, большого такого резкого распространения. И думаем, что все равно, охватив тот подлежащий контингент, да, мы-то все равно еще ту иммунную прослойку не достигли. Достигнут вот это, вот данную иммунную прослойку, я думаю, таких сильных ограничений не будет. Угу. Айгерим, дополняя свой вопрос, станет ли сдача ПЦР обязательно в связи с такой ситуацией? ПЦР-тест. Ну, пока по результатам сегодняшнего ВК данный вопрос не поднимался и такой задачи не ставим еще. Угу. Тогда с шахтером спорно? Нет, больше вопросов нет. Бүгінгі брифингіміз осымен аяқтаймыз. Құрметті Серік Сексенбайұлы, сұхбат алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет.